Вітаю вас, любі глядачі! Одеса Fashion Channel і я, Анна Боатенк, знову запрошені у сквер в зелений, квітучий і затишний ресторан з домашньою атмосферою. Любимого города Одессы. Я вам таки обещала праздник на Таирова не хуже, чем в центре, так и вот, сдерживаю свое обещание. Аутентичный праздник с одесским колоритом. Все продумано до мелочей для любимых гостей ресторана «Сквер». Скрипаль Андрій Борг. У ролі Папандопола народний артист України Микола Завгородній. Співає «Fresh Sound», розважає шоу-група «Бессарабія». Дорогі друзі, дорогі наші шикарні одесіти, ми вас всіх поздравляємо з таким розкошним праздником. Боже мой! Наша вам з кісточкою! Ой, бей! У нашей Одессе маме так и день рождения. И что вы думаете? Мы же настоящие одесситы. Конечно, где мы можем праздновать этот праздник? В роскошном здесь заведении. Больше нет мест вообще никаких. Сфере настолько кошерно, что я вам гарантирую. Пальчики оближите. Друзья, одесситы, родные наши любимые, мы целуем ваши ручки, чтобы вы нам были живы и здоровые. С днем рождения, Одесса, мама! Несмотря на наше вот это трудное время, люди пришли повеселиться, веселые лица, пришли вместе с детьми. Вот я зашел, когда переодевался, мама кормит грудью. Ну все, настоящая Одесса, понимаешь? Вы знаете, изменилось. Я здесь часто был, здесь было другое здание, например, в этом месте. Раньше назывался по-другому ресторан. Сейчас все изменилось по-другому. Но люди не изменились. Люди такие же веселые, жизнерадостные. Это самое главное. Да, да, да. Я рассказал им старый анекдот вообще, который он с такой большой бородой. Вы знаете, такой анекдот. Двойра! Да, двойра! Как ты? Ты бы спросила, как я живу. Как ты живешь? Ой, и не спрашивай. Это чистая одесская. И люди понимают. Люди понимают этот одесский юмор. Вы понимаете, не такой праздник. Такие праздники должны быть. Все столики забронированы, полная посадка. Как вам это удается каждый раз на любую вечеринку? Может, потому что мы такие волшебные, неповторимые? Но если серьезно говорить, людям нужен праздник. Им требуется отключиться от каких-то бытовых проблем, получить яркие эмоции. У нас есть фантазия, возможность это все организовывать. И кроме того, насколько мне известно, никто на Таирова у нас больше мероприятий в формате тематических вечеринок не организовывает. Ну так масштабно точно нет. Так масштабно точно нет. Все потрясающе просто. Мы даже не ожидали, что так настолько будет очень классно, весело, по-одесски, с колоритом. Классно. Не жалеете, что вы сейчас не в центре города, с толпой? Нет, мы живем здесь, мы как бы планировали здесь отдыхать, и вообще мы наоборот очень счастливы. Что особенно понравилось? Особенно выступающие, вот то, что я говорю, все сделано с одесским размахом, музыка, все очень классно. С одесским колоритом? Да, да, с одесским. Как кухня? Кухня очень вкусно, мы здесь не раз отдыхали уже. Вот, всегда очень вкусно, свежее, большие порции, очень хорошо. Шикарно, все отлично, ребята устроили, прямо грандиозно, я очень счастлива и довольна. Что особенно понравилось? Да все, атмосфера, артисты шикарно работают, ребята, ну... Бессарабия повеселила? Чудесно, очень весело, задорно, весело, вкусно, шикарно, мы очень любим это место. Что пожелаете Одессе, маме и ресторану? Счастья, процветания, а Скверу быть в Одессе всегда долго, много лет.
Сказать одно, что в этом ресторане всегда очень весело, очень вкусно, все по-домашнему, и нам очень нравится, мы очень часто здесь бываем, и советуем всем. Атмосфера супер, просто какая-то большая свадьба. Вечеринка сегодня удалась? Да, вы знаете, я могу сказать с уверенностью на сегодняшний день, что самые масштабные вечеринки на Таирова проходят именно в ресторане «Сквер». Почему, могу тоже ответить, потому что наши гости нас вдохновляют на эти вечеринки. Какие планы? Поделитесь, пожалуйста. Да, вы знаете, к сожалению, летний сезон уже подходит к концу, но я могу сказать, что у нас очень много проектов и очень много идей. Поэтому нам будет чем вас удивить. Дорогие одесситы, с днем рождения мамы! Всего вам самого хорошего, мира, счастья, добра, процветания, улыбок, успехов. Живите счастливо в этом городе и, конечно же, любите Одессу. Пожелаете, может быть, что-то ресторану «Сквер» еще? Я желаю ресторану «Сквер» процветания, побольше таких вот хороших клиентов, приятной публики, как сегодня у нас в день рождения. Сегодня это самая, одна из самых жарких точек на дне рождения города Одессы. Ну, конечно же, пусть она продолжается, длится круглый год. Завтра ти, що ви все це пропустили, то хочеш бронюйте столик на наступну вечірку. Повірте, не зарано. Столики на такі вечірки розпродуються, як пиріжки на привозі. Тому хочеш, телефонуйте і слідкуйте у стрічці Facebook. І побачимось тут, на Левітана 95А. Ласкаво просимо.